И отдельно об одной из американских статей расходов. Конгресс рассматривает законопроект, согласно которому Украина не сможет тратить деньги из военной помощи США на нужды батальона «Азов». С такой инициативой выступил один из конгрессменов, и его предложение прошло Палату представителей и два слушания в Сенате. В ближайшие 3 месяца Пентагон может выделить стране до 150 миллионов долларов. Об этом идет речь в законопроекте об ассигнованиях. Но, как говорится в поправке, средства не могут быть использованы для закупки вооружений, проведения подготовки или оказания любой другой помощи Азову.